Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Я Леся Гайдук, ведущая детских праздников. И сегодня, как и обещала, я вам перед сном прочту новую сказочную историю, которая называется «Лиса и Тетерев». Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: «Здравствуй, тетеревочек мой дружочек! Как услыхала твой голосочек, так пришла тебя проведать!» «Спасибо на добром слове!» – сказал Тетерев. Лисица притворилась, что не расслышала, и говорит: «Что ты говоришь? Не слышу! Ты бы, тетеревочек мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорил бы со мной, а то я с дерева ничего не расслышала!» Тетерев сказал: «Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле». «Или ты меня боишься?» — сказала лисица. «Нет, тебя не боюсь. И других зверей не боюсь», — сказал Тетерев. «Всякие звери же бывают». «Нет, тетеревочек мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают». «Вот и хорошо», — сказал Тетерев, — «а то вон собаки бегут, кабы по-старому тебе бы уходить надо было, а теперь тебе-то бояться нечего». Лисица услыхала про собак, навострила свои уши и хотела бежать. «Куда же ты?» — сказал Тетерев, — «ведь нынче указ, собаки не тронут». «А кто их знает?» — сказала лисица, — «может, они указа-то не слыхали?» И убежала. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, вы не испугались? Ну а если так, тогда время уже позднее, и время смотреть мультфильм. Садитесь поудобнее и смотрите мультфильм повнимательней. Ну а я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной ночи. Пока!